Открытый турнир по мини-футболу среди команд представителей служб исполнения наказаний проходит на Брестской земле уже четвертый год. Площадкой для проведения соревнований город над Бугом выбран не случайно. Спортивный проект реализуется в рамках приграничного сотрудничества. Над ареной крытого футбольного манежа два флага. В матчах за золото боролись 7 команд из всех областей Беларуси и представители служб исполнения наказаний Польши. Близкие соседи с другой стороны границы тоже заинтересованы в этом, не только в деловых контактах, в общении, просто в человеческом общении. Мне кажется, это нагода для налаживания контактов, это просто, которые процентируют в будущем. Лучше и легче работать, когда ты друг друга знаешь. Эта идея возникла у представителей польской стороны. Они первые пригласили нашу команду Брестской области. И мы первые поехали к ним, и после этого мы пригласили их и начали взаимодействовать. Таким образом, уже вот четвертый год это продолжается. Популяризация здорового образа жизни, обмен опытом, налаживание контактов. Цели турнира, а вот у участников поединка задачи свои. Желание побеждать дома велико, говорит игрок под номером 10 Андрей Лущ. Амплуа нападающий, настроение на высоте, значит и шансов на победу много. Я уже 11 год работаю в исправительной колонии номер 5, управление департамента исполнения наказания по Брестской области. Ежегодно с департамента проводится турнир по мини-футболу, я принимаю участие. Ни один турнир не пропустил. Спасибо руководству департамента, руководству управления, что этот турнир проводит. Брест, я считаю, вообще по праву можно определить футбольной столицей нашего государства. Поэтому я скажу, ну и наши сотрудники, вообще жители города Бреста принимают самое активное участие вот в организации этих мероприятий. Департамент исполнения наказаний проводит турниры по самым разным видам спорта. Рукопашному бою и волейболу, многоборью и лыжным гонкам, самбо и практической стрельбе. Но самым массовым был и остается мини-футбол. Лидером соревнований образца 2019 года стала команда Витебской области. Второе место у представителей Могилевщины. Бронзовыми призерами турнира стали гродненцы.